відкрита трибуна. Чи забезпечують у міських лікарнях пацієнтів стаціонарів необхідними для одужання ліками? Нет, никто сейчас, государство, к сожалению, не предоставляет бесплатное лекарство. То есть, если даже и дают, то в любом случае надо будет возвращаться вплоть даже до шприцов самых дешевых двоечки. Геть не забезпечують, геть. Якщо раніше ще якісь давали, то останній рік геть нічого не дають, ніяких ліків не вписують. А якщо сусідки розповідають, якщо і виписували, то в аптеках нема нічого. Вы, к сожалению, не обеспечивают даже в минимальных каких-то, ну, самых простых лекарствах, таких, как, мне кажется, валерьянка и тут же одноразовый шприц. Нет, к сожалению, нет. Что думаю? Ну, что здесь думать? Это очень печально, как для нашей страны, скажем так, как для людей, которые болеют, для людей, у которых недостаточно финансовых возможностей купить дорогостоящие препараты, да и не только дорогостоящие, не хватает денег же на элементарное. Поэтому, ну, думаю, что это очень нехорошо. Я так думаю, що не обезпечують вони цим ділом. От. Тому що були випадки в моїй сім'ї, і жінка попадала в больницю, то там лікаря наші палець о палець не ударили, щоб їй зробити якесь обезболювальне або ще що. Сказали, пройдіться по палатам, попросіть у людей. Оце така в нас лікарня. Нет, больницы не обеспечивают лекарствами людей в достаточном количестве. Все время приходится приходить со своими лекарствами, со своими деньгами, покупать все время одно и то же самое. Как бы должны нас обеспечивать таким. Відкрита трибуна.